Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня новая колода «Советы Архангела Габриэля». И первая карта – «Уязвимость». Сегодня вам будет казаться, что вы особенно чувствительны к мнениям других людей и к состоянию других людей. Не пропускайте через себя негатив. Просто абстрагируйтесь. Прислушайтесь к своим чувствам. Они обладают мудростью и вдохновением. А также наберитесь сил. Сосредоточьтесь на своих целях и идите вперед, несмотря ни на что. Вы неуязвимы.